познакомившись с вами, Светлана. Сегодня будем обозревать с вами вот такие японские гели и обязательно протестируем их. Посылка пришла довольно быстро, гели очень бюджетные. Ссылочку на сайт я вам обязательно оставлю под видео. Ну, давайте начнем с манго. Мне вот прямо его первым очень хотелось распаковать и прям не терпелось. Я сняла слюду. На слюде этикеточка на русском языке. В каждой банке по 300 мл геля. Это 99% манго, сока манго. Потрясающе вообще. Применять все эти гели можно как маски, как крема для волос, для тела, для рук, для ног, для лица. В общем, кто на что гораст, как говорится. Это Бихадо или Бихадо, японский производитель. Made in Japan, здесь написано, да. Все на коробочке на японском. И вот, смотрите, Made in Japan. Вот. И на этикеточке, что же у нас? Увлажняющий гель для лица и тела сока манго 99% с плодами манго. Универсальное средство, которое подходит для ежедневного ухода за лицом и телом. Восстанавливает, питает, увлажняет сухую поврежденную кожу. Вот как для сухой, значит, подходит. Удерживает влагу после воздействия солнечных лучей. Обветривание, обморожение. Вот на зиму, да, на зиму этот продукт прям устраняет кожные аллергии. Не оставляет на лице ощущение, на коже ощущение липкости. Все эти продукты не содержат парабенов, красителей и минеральных масел, а инструкция у них у всех одинаковая. Срок годности, так, они свежайшие и до мая 22 года. Я уже вскрыла манго, потому что обожаю аромат манго в любых косметических продуктах. Смотрите, что здесь под крышечкой. Здесь ложечка и еще одна крышечка. Вот так это выглядит. Это прям, вот смотрите, вот такое желе-желе. Прям, ой, плотный-плотный гель, да? Но аромат просто потрясающий. Чистый, нехимозный манго. Вообще просто супер. Если он еще какое-то время будет оставаться на теле, будет супер. Смотрите, как удобно, что есть ложка. Это вообще просто потрясающе. Она вот такая вот маленькая, да? Зачерпываем ей гель. И давайте манго попробуем. На руке, на лице хочу кое-что другое попробовать. И вот как он выглядит. Так, пробуем разносить. Ой, какой холодненький. Хотя он у меня не в холодильнике стоял. Ой, какой аромат. Вообще просто супер. Так, сейчас я разнесу по рукам, и мы с вами посмотрим, насколько хорошо он действительно смягчает, потому что именно на руках у меня кожа сухая. Он при контакте с телом, этот гель превращается прям в водичку. Распределяется хорошо, и вот руки просто такие влажные. Так, сейчас посмотрим, насколько быстро впитывается. Ну, практически все. Слушайте. Аромат на теле ярко выражен, как при первом нанесении. Посмотрим сейчас в конце видео, насколько он будет держаться. Кожа увлажнена, слушайте, она действительно увлажнена. Не могу сказать, что напитана, потому что это гели, не забываем, да, но она увлажнена. Смотрите. Прям вот здорово. Сухие мои места, вот, ну, где кутикула, да? Липкости никакой действительно нет. Не обманули. Запах потрясающий. Слушайте, ну, приятно. Рукам действительно приятно. Нет никакой сухости, стянутости, нет никакой пленки. Легкое такое увлажнение, которое не утяжеляет кожу. Мне кажется, на лицо это будет прям вот очень приятно наносить, когда он абсолютно впитался, прям какая-то матовость кожи и гладкость такая. И в то же время вот все сухие участки, да, они увлажнены. Супер. Давайте посмотрим второй. Второй продукт – это алоэ вера. 97%. Инструкция у нас здесь вот на баночке, да. Сейчас, кому интересно, вот так вот сделаю, да, нажмете на паузу, почитайте. Я вам один раз ее прочитаю, потому что она для всех, в принципе, одна. Увлажняющий гель для лица и тела с экстрактом алоэ. Универсальное средство, идеально подходит для ежедневного ухода за телом и лицом. Восстанавливает, смягчает, увлажает, увлажняет, тонизирует. Защищает от солнца, обратите внимание. Предотвращает появление растяжек на коже во время беременности. Даже беременным можно. Не оставляет на коже липкости, не содержит парабенов, красителей и так далее. И применение как тонизирующее средство, как увлажняющее крем или маска.
Можно добавлять в гель масла и накладывать на лицо. Напитывает кожу влагой, убирает шелушение, разглаживает, придает мягкость. Как увлажняющая база под макияж. Вот я прям вот именно с этой целью хотела этот гель. Как восстанавливающая маска для волос. Вот это я еще не пробовала, но я обязательно протестирую ее как маска для волос, вот этот вот гель с алоэ. И оставлю в своем инстаграм отзыв однозначно. Если не подписаны на мой инстаграм, проходите, ссылочка всегда внизу. Так, на волосы слегка вотрите в кожу, смойте через 10 минут. Состав, девчонки, вода дистиллированная, экстракт листьев алоэ, натуральный гель алоэ, глицерин, карбомер, касторовое масло, отдушка. Сейчас с вами откроем и посмотрим, как он выглядит. Так, здесь тоже, наверное, должна быть ложечка, да, конечно. И вторая крышечка. Ой, как здорово пахнет. Вообще здорово. Я не знаю, как пахнет настоящий алоэ, но здесь какая-то парфюмерная душка есть слегка. Знаете, немножечко похож на запах огуречного лосьона с какими-то травками. Вот сам гель. Тоже ложечкой его набираем, сколько нам надо. Он практически прозрачный, девчонки. Смотрите, с легким таким зеленым оттенком. С легеньким прям. Сейчас попробую тоже нанести на руку. Тоже при контакте с кожей превращается в водичку. Мне кажется, это довольно экономичные продукты, потому что он тает на коже и очень хорошо распределяется. Пахнет здорово. Прям какой-то зеленый такой свежестью летом. Так, ну вот, разнеслась. В принципе, очень даже неплохо себя кожа чувствует. Тоже никакой липкости нет. Все потрясающе. Так, помимо алоэ, у нас здесь еще есть бамбук. Это бамбук, я так подозреваю, 98-процентный. Тоже очень интересно запах его ощутить. Способ применения, инструкция здесь то же самое. Можно также наносить на волосы маски, со всеми этими гелями делать. Бамбук именно борется с усталостью кожи, куперозом. Девчонки, укрепляет капиллярные стенки, борется с дряблостью кожи и растяжками. То есть тут есть уникальные свойства как бы у каждого своего продукта, да. Вот имеет смысл применять, мне кажется, именно этот гель на тело. Ну и на лицо, конечно, тоже. Он уже слегка такого белесо-молочного оттенка. И очень классно пахнет. Тоже какая-то парфюмерная отдушка, но не химозная. Состав. Ну, в принципе, то же самое. Здесь везде касторовое масло и в конце вот отдушка. Отдушка есть какая-то. Очень приятно пахнет. Девчонки, еще два продукта, которые вот один из них я хочу нанести на лицо. Два, три, еще три. Карамбола 95-процентная. Так, какие у нее уникальные свойства. Защита от солнца. Это у нас уже было в алоэ, да? Растяжки во время беременности. Регулирует выработку кожного жира. Вот, мне кажется, вот карамбола очень хорошо должна подойти именно для жирной и комбинированной кожи. Я практически в этом уверена. Сейчас с вами запах ощутим. Так, тоже ложечка. И он уже похож на гель алоэ, этот гель. Он прозрачный. И тоже обалденно пахнет. Очень классная душка. Тоже зелень, тоже какая-то свежесть с небольшой такой вот сладкой ноткой. И теперь, да, последние два продукта с улиткой. 100-процентный муцин улитки. Одна у нас просто с муцином, а другая, девчонки, с 24-каратным золотом. Вот состав. И здесь вода дистиллированная. На втором месте фильтрат муцина улитки. И на третьем 24-каратное золото. Сейчас я вам покажу поближе. Смотрите, девчонки, вот здесь и способ применения, и состав. Вот оно, 24-каратное золото. Вообще, конечно, здорово. И именно вот этот гель с муцином улитки с золотом убирает последствия акне, рубцы. Я буду пробовать, у меня они есть. Растяжки. Быстрое омолаживающее действие питает, разглаживает кожу. Сейчас вот этот мы с вами гель обязательно попробуем нанести на лицо. Очень интересно. Я специально не наносила на лицо никакие средства, на кожу лица. Потому что мне очень хотелось протестировать именно этот продукт. Здесь тоже крышечка, ложечка. И он уже такого слегка желтенького оттенка.
И здесь потрясающая одушка. Девчонки, знаете, на что похож? На мои любимые духи Incandescence Avon. Прям вот очень похож. Я этому крайне рада. Так, сейчас берем с вами ложечкой небольшое количество, потому что, как я уже говорила, гель экономный. Он очень хорошо распределяется. Так, и пробуем нанести. Вот он такой, видите, немножечко персикового оттенка. Быстрое омолаживающее действие. Действительно, вот очень похож на Incandescence. Вот вы видите, да, что он на коже превращается в водичку. И он совсем не липкий, даже на той стадии, пока он еще не высох. Это прям вот что я взяла, даже много. На кожу лица хватило бы и меньшего количества. Так, начинает уже впитываться. Всему нужно где-то минутку дать. Можно и масочкой накладывать, да, плотным слоем, а потом смывать. Для волос, кстати, можно, интересно, с муцином улитки. Так, это манго, бамбу. Где муцин улитки? Сейчас найдем. Это карамбола. Алоэ вера. Ну где? Ну, конечно, последний. Да, вот он. Да, тоже можно, как восстанавливающую маску для волос и кожи головы. Супер. Ну вот и все. Он впитался. Липкости нету никакой. Аромат супер. Что, девчонки, могу сказать? Вы сами видите, да? Мне кажется, вот прям как-то тон, что ли, выровнялся. Есть легкое сияние, нет жирной никакой пленки, липкости, дискомфорта. Он абсолютно невесом на коже. То есть он ее не утяжеляет, да? Но нормальные, хорошие гели не должны утяжелять. Слушайте, мне прям нравится. Очень нравится. Потрясающе. Без всякого тонального средства, да, такой вот ровный тон лица. Мне кажется, даже слегка подтянутый. Ну, супер. Я, конечно, буду тестировать дальше и в пустых баночках, и в Инстаграм вам обязательно буду оставлять отзывы на каждый из этих гелей подробный в процессе использования, как они себя проявляют. Но пока мне безумно нравится. Вы знаете, даже слегка такая матированная кожа и по ощущениям такая бархатистая, как сглаженная, да? Вообще здорово. Ну, вы сами видите результат, да? Мне очень нравится. Лицо такое сразу свеженькое, мне кажется, стало. Вообще супер. Кстати, кожа пахнет до сих пор манго. Действительно. То есть аромат на теле легкий остается. Он не ярко выражен, но очень приятный, легкий. И такой вот свеженький вообще. Ну вот и все, девчонки. Вот такой у нас обзор с вами сегодня получился японских гелей. Мне кажется, такие продукты должны быть, ну, в любом доме, потому что на самом деле они универсальные, очень классные по заявленным свойствам. На коже вот с муцином улитки проявил себя потрясающе. Буду дальше тестировать и другие. Обязательно оставлю отзыв, когда попробую на волосах. Мне безумно интересно, кстати, как себя проявят на волосах эти гели. Ссылочка на сайт, где можно ознакомиться с продукцией, да, и заказать, я оставлю под видео в прикрепленных сообщениях. Заказать эти гели также можно на Озон и на Wildberries. Заходите, ищите, смотрите. Бихадо, название еще раз вам говорю, или Бихадо, что скорее всего, раз это Япония, да. Ну, на этом все. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Надеюсь, что была вам интересна и полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.